Содержать приют, тем более не финансируемый, конечно, очень тяжело, потому что все нюансы, которые вроде бы на первый взгляд и не видны, они вытекают в немалые суммы денег. Это плата электроэнергии, заправка газовых баллонов, плюс ко всему содержание животных надо кормить, стерилизовать и в конце концов лечить. А к нам, конечно, поступают животные, вы видели уже по видеороликам, животные, которым необходима всегда помощь, в том числе и лечение. Ну а наш приют, конечно, это островок любви, надежности в плане того, что мы всегда поможем животным, никогда не отказываем. И это очень, конечно, большое дело, потому что мы помогаем животным и стараемся, чтобы наш приют, конечно, был уютный и домашний. Фактически он домашний. У нас животные чувствуют себя как дома, потому что у нас истинная любовь и любовь искренняя и животных к нам, и наша любовь к животным.